Яз вакты ажайып ве мираклы вакыттыр. Эр бырымыз язны беклеп, чок витаминдер ашамага тырышабыз. Тамам бу мевсимде чешы түрлү мейвалар, емишлер ве себзелер толу ола. Амма мутихасылар айтканы кабы, бу вакытта эн чок шенгелликны ичмек керек. Статистикага бакканда инсаналарнын чокусу мейва шарасыны ичелер. Польза фруктов и овощей неоценима. Они способны укрепить иммунитет, что позволяет предотвратить множество заболеваний. Происходит это благодаря содержанию в них антиоксидантов, веществам, которые предотвращают старение клетки организма, а также витаминов и минералов. Но самое важное – фрукты и овощи содержат клетчатку. Эр бір мейва файдалыдыр, ама ин чок файда берген мейваларға банан ве портакал кіре. Банан калийге, портакал эсе кальций, демыр ве B1, B6, С витаминлерине байдыр. Язда біз бу мейваларнын лезетлі шыра япсак, узбетімізге тек файда кетірірміз. Сабадан банан ве портакал шырасыны ичсек, кемиклеріміз да кави олур. Я бананнын 100 граммында Секыз яда 12 миллиграмм аскорбин экшелеге олганыны билейдиңиз ма? Заблуждение и миф то, что очень полезные фреши натощак. В связи с тем, что в них опять же находится фруктоза, в связи с тем, что в них находится грубая клетчатка, они могут раздражать слизистую нашего кишечника. Фрукты можно, фруктовые фреши можно, но только не натощак, а в первый перекус между завтраком и обедом, но не натощак, как принято считать и ранее все пили. Мутихасылар айтканы кабы, узбетимизге фруктоза тушкен сон, кара жигерге 100% метаболик юк келе, амма глюкозанын тек 20% келе. Узбетимизнын эр бир ужресы глюкозанен пайдалана.